Ребята, всем привет! Сегодня попытаюсь сравнить две смазки для цепи. Первая это Well Tight Performance TF2, и вторая это Makov Wet Lube Lube. Цена 50 мл 220 рублей, 100 мл 250 рублей. Так, плюсы и минусы каждого. Что по поводу Well Tight? В принципе, как мне показалось, она не боится воды, то есть не так быстро смывается, хватает ее примерно 200 километров, соответственно, далее надо смывать и вычищать и заново наносить. Что не нравится, то что цепь очень становится черной, то есть после нанесения смазки самой не видно, а после уже того, как прокатишься 50 километров, то цепь становится черной, ну и, соответственно, все налипает. В принципе, по нему вот все то, что я хотел сказать. По поводу Макофа, ну, из особенностей могу сказать, что он очень вкусно пахнет. Well Tight пахнет просто маслом, это пахнет, ну, жвачкой, что ли. Вот, наносится, в принципе, так же, как Well Tight, то есть она жидкая. Смывается намного быстрее, чем Well Tight, то есть от Маков. Эта смазка, она, ну так скажем, сделана так, чтобы смывалась быстрее. Вот. С одной стороны, хорошо то, что руки не так сильно пачкаются, можно водой смыть. С другой стороны, ее не хватает на 200 километров. Через 100 километров уже чувствуется цокот, нежели на Well Tight. То есть, этой смазки будет хватать на меньшее время, чем от Well Tight. Но, как я уже сказал, плюс то, что она легче смывается. В принципе, это вот такие отличия этих двух смазок. Ну и от Макофа получается два раза дороже смазка. Это, в принципе, все, что я хотел добавить об этих смазках. Естественно, когда я истрачу от Well Tight и от Маков, хочу купить другие смазки, такие как, допустим, Finish Line. Хвалили ее. Ну и посмотрим тоже другие бренды. Но пока это вся информация. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, чтобы было 1000 подписчиков и пошла монетизация моих видео. Всем спасибо и пока.